Всем привет! С вами канал Криптонов, где на постоянной основе проходят обзоры новых и перспективных проектов ICO криптовалют. Сегодня мы сделаем обзор интересного проекта Saturn Black. Хотелось бы уточнить и проинформировать, что обзор данного проекта не является призывом к инвестированию, а каждый инвестор должен знать и понимать, что участие в ICO – это не только высокая доходность, но и прежде всего инвестиция с большой степенью риска. Поэтому каждый будущий инвестор должен принимать решения самостоятельно, после изучения всей информации, представленной на сайте, white paper, различных других аналитических источниках. Все нужные ссылки будут представлены внизу под видео. Цель команды Santur – создать качественно новый, ликвидный, инновационный и безопасный рынок криптоактивов. Saturn запускает платформу биржевой и внебиржевой торговли криптоактивами на основе протокола кросс-чейн обмена Swap. Планы команды входят в предоставление услуг P2P обмена для трейдеров, инвесторов, компаний и брокеров. Идея проекта Saturn возникла не случайно. Скоростной рост капитализации молодого рынка криптоактивов до стоимости свыше 800 миллиардов долларов сменился затяжным падением до показателей стоимости ниже 200 миллиардов долларов. Это первая половина ноября 2018 года. Суммарная стоимость криптоактивов снизилась на 75%. Отдельные активы потеряли до 90% своей стоимости, а некоторые вообще исчезли из биржевых списков. За время падения рынка инвесторы потеряли примерно 600 миллиардов долларов удерживаемых ими криптоактивов. В свою очередь, команда Saturn выдвигает предположение, что большинство криптоактивов ждет дальнейший спад. Возможно, через 5 лет до 90% представленных на рынке криптовалют исчезнут по таким возможным причинам. Практическая бесполезность технологий и конкуренция, банкротство компаний, бенефициаров, активов, усиление государственных регуляций, кражи и технические сбои. Однако большинство участников крипторынка считают, что рост цены биткоина неизбежен, а с ним неизбежен и рост остальных криптоактивов. Но как считают некоторые, в том числе и компания Saturn, будут расти цены только на востребованные криптоактивы. Рынок консолидируется и сбросит изжившие себя не обеспеченные ничем торговые инструменты. Как только процесс стабилизации и консолидации завершится, крипторынок ждет новая волна роста. Saturn – это оператор ликвидности крипторынков, атомарный биржевой и внебиржевой обмен криптоактивов. Цель платформы Saturn – создание качественно нового, ликвидного и безопасного рынка криптоактивов. В рамках реализации планов проекта планируется запуск 1. Внебиржевая кросс-чейн торговля P2P OTK Trading. Услуга OTK Saturn ориентирована на профессиональных инвесторов. Задача состоит в предоставлении двухстороннего торгового объема на внебиржевом рынке, превышающего среднерыночный торговый объем с повышенным порогом минимального объема заявок. Заявки будут частично обеспечены активами Saturn и прямыми P2P заявками через протокол атомарного кросс-чейн обмена на протоколе Swap Online. 2. Внебиржевый аукцион OTK Аукцион. Saturn запускает аукцион криптоактивов различного уровня ликвидности. Крупные лоты активов, привлеченные во время Token Sale, будут выставлены на внебиржевом аукционе по стартовой рыночной цене. Также планируется выполнять заявки по продажам крупных лотов, выставленных компаниями-бенефициарами активов напрямую. Saturn уже позволяет совершать атомарный обмен списка топовых ликвидных активов, таких как Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, EOS и другие. Список постоянно пополняется. 3. Биржа атомарных сделок P2P Atomic Exchange. Saturn выпустит P2P биржу на протоколе Swap Online. 4. Сделки с евро и долларом. Saturn работает над инфраструктурой по обмену фиатных валют на бирже атомарного обмена. Давайте рассмотрим, каковы же конкурентные преимущества сервисов Saturn. 1. Меньше риски по сравнению с традиционными биржами. Пересылая криптоактивы на адреса бирж, игроки доверяют сохранность третьей стороне. Не исключены случаи краж, взломов и блокировок. Совершая сделки через протокол Swap, игроки не пересылают криптоактивы на биржу. Средства остаются на кошельках клиента до момента выполнения условий сделки встречной стороной. 2. Скорость. Скорость Saturn быстра настолько, насколько позволяет блокчейн обмениваемых активов и интернет-соединения.
При переводе любых криптоактивов сокращается количество посредников и ступеней. Поэтому сокращается время, требуемое на перевод и транзакцию. Третье. Система вознаграждения макера и реферальная программа. Планируется реализовать полноценную программу вознаграждения макера, которая зависит от объема сделок в расчетный период, и систему пригласительных ссылок, которая предполагает вознаграждение за торгуемый объем приглашенными зарегистрированными клиентами. Четвертое. Разделение рынков по специфике обмена и объемов сделок. Пятое. Большое количество наименований криптоактивов на одной торговой площадке. Использование протокола Swap позволяет запустить торги по нескольким сотням криптоактивов. На этом мы закончим обзор. В следующем выпуске мы подробнее рассмотрим токен и токенизацию проекта. В завершение хотелось бы сказать, что такой проект имеет все шансы на успех в криптосообществе и принести прибыль своим инвесторам уже в недалеком будущем. Друзья, еще хотелось бы в очередной раз вас предупредить не только о высокой доходности, но и повышенных рисках участия в ICO проекта. Поэтому мой вам совет: изучайте, сравнивайте, анализируйте, сопоставляйте факты и читайте о проекте как можно больше и внимательно. Все ссылки для изучения будут, как обычно, в описании под роликом. Ну а я с вами прощаюсь, надеюсь, что помог. Спасибо за внимание, обязательно оставляйте свои комментарии. Если вам понравилось это видео и не хотите пропустить следующее, подписывайтесь на канал и не забудьте поставить уведомления. До скорой встречи, с вами был Криптонов.